Всем привет! Еще один длительный сериал телеканала CW в скором времени подойдет к концу. Этим летом будет поставлена точка в фантастической драме «Сотня», которая выходит на экраны с 2014 года. Сегодня мы поговорим обо всем, что мы знаем о седьмом сезоне к настоящему моменту. Согласно официальному анонсу, седьмой и заключительный сезон «Сотни» стартует в эфире CW 20 мая. После действительно классного шестого сезона, полного космическими кораблями, ракетами, убийствами, искусственными интеллектами и похитителями тел, у «Сотни» остался только один сезон, прежде чем мы попрощаемся с ней навсегда. Финал шестого сезона закончился довольно интригующей сценой. Октавию ранит ножом взрослая Хоуп, дочь Диозы, и та растворяется в зеленом тумане, который немного напоминает нам об аномалии. И что еще хуже, мы абсолютно ничего не знаем про Шейдхеду и о том, как именно наши герои вернут мир в Санктум. Нам придется подождать до премьеры седьмого сезона, чтобы получить ответы на все вопросы. Итак, что мы знаем о финальном сезоне «Сотни»? Мы еще увидим Октавию. Хотя судьба жестока с ней, в «Сотне» возможно все. Нельзя утверждать, что кто-то мертв. Седьмой сезон начнется с того же места, где закончился шестой. С Беллами, сходящим с ума, выясняя, что произошло с его сестрой. Не будет никаких перемещений во времени. Несмотря на то, что Хоуп возвращается из аномалии уже взрослая. Джейсон Ротенберг уверил, что он не собирается использовать путешествие во времени, чтобы объяснить, как такое возможно. Хоуп, вероятно, не будет злодейкой. Хоть убить любимого персонажа – это хороший способ заявить о себе как о новом злодее сериала, но мы, вероятно, не должны судить Хоуп слишком быстро. Несмотря на то, что он не хотел много говорить об этом новом загадочном персонаже, Джейсон Ротенберг сказал, что, по его мнению, мы полюбим ее и ее сообразительность. Также Шейдхеда по-прежнему представляет угрозу. Хотя пламя было уничтожено, Рейвен не смогла уничтожить Шейдхеду. Ему каким-то образом удалось загрузить себя куда-то, и он определенно все еще будет скрываться, когда шоу вернется с седьмым сезоном. Мы будем встречать новых осужденных. Осужденные из Элигиуса будут гораздо больше влиять на седьмой сезон. Один из эпизодов финального сезона «Сотни» послужит закулисным пилотом для потенциального приквела. Действия возможного спин-оффа будут происходить за 97 лет до событий «Сотни», начиная с того момента, когда мир был уничтожен ядерным апокалипсисом. Он будет повествовать о группе выживших, которые изо всех сил пытаются приспособиться к своему новому миру и построить общество из пепла прежнего мира. TV Line сообщает, что эпизод будет называться «Анаконда». На данный момент это все новости о седьмом сезоне сериала «Сотня». Спасибо за просмотр!